Программа выходит в эфир при поддержке Вятского государственного университета. Книги рождают мечту, вызывают ее к жизни, заставляют размышлять, воспитывают самостоятельность суждений. Помогите своему ребенку полюбить мир книги вместе с магазинами «Бумага». Здесь вы найдете научную и художественную литературу для семейного чтения, развивающие игры, учебные пособия и рабочие тетради. Огромный выбор книг для исследователей всех возрастов. Читайте и изучайте вместе с сетью магазинов «Бумага». Огромный выбор книг на Октябрьском, 88 и МОПРО. Детская познавательная программа «Открывашка». Открываем мир вместе. Всем наидобрейшего утра. Сегодня 30 декабря, воскресенье, на часах 10 часов и 8 минут. Прогулявшись немножко по городу, я сделал вывод, что город наш впал в такую дрему, такую сладкую, неторопливую, предпраздничную. Ну, шутка ли? Сегодня первый из 10 праздничных новогодних каникул, с чем, собственно, вас поздравляю. Меня зовут Владимир Сметанин, и с наступающим Новым годом, я думаю, с этими каникулами вас хотят поздравить мои соведущие Миша Летун и Алина Синкина. Миша, привет. Алина, привет. Здравствуйте. Вас с наступающим хочу поздравить. Вас чтоб тоже. Все у вас хорошо было в Новом году и с учебой, и дома, и желанием, чтобы ваши исполнялись. Кстати, у вас когда-нибудь волшебство случалось на Новый год, хочется мне спросить? Да. Так, давайте по очереди. Сначала Алина. Расскажи, пожалуйста. Мне было 5 лет, я написала письмо Деду Морозу. Так. Я заказала куклу. Прямо заказала? Вот прям заказала. Ну, чисто практично. Да. Ко мне пришел Дед Мороз. Мы устроили концерт, пели песни. И Дед Мороз начал вручать нам подарки. И мне подарили не куклу, а книгу. И я сказала, что мне книга не нужна, я заказывала куклу. И подарок не взяла. То есть ты пошла на принцип? Да. Мне это не надо, я другое заказываю. Да. Так. И мне до сих пор стыдно. А в чем волшебство, Алин? Ну, вот так вот. То есть вся эта история, она такая... Да. Как это фантастическое немножко получилось. Хорошо. Здорово. Миш, расскажи, пожалуйста, о своем Новом годе, об одном из них, в котором что-то было такое необыкновенное. Вот сегодня было. Прямо сегодня. Ну, расскажи. Мы с мамой были на кухне. В центральной комнате никого не было. Подарков под елкой не было. Через 5 минут я туда прихожу, а там уже стоит шоколадный Дед Мороз. Ого! И ты считаешь, что он появился там каким-то чудодейственным образом? Да. Ты уже его съел? Нет. А вы его вообще будете есть? Или не он будет знаю. Как, или он будет как украшение Нового года? Не знаю. Навсегда останется с вами? Навсегда. Ну, действительно, все мы, и взрослые, и дети, надеемся на то, что в Новый год случится какое-то чудо, что счастье свалится, такое большое и необъятное, и заживем мы все весело, хорошо. И сегодня в детской познавательной программе «Открывашка» мы как раз-таки будем прикасаться к чуду, к чуду литературы в том числе. И все это благодаря нашим гостям. Сейчас я их представлю. С нами режиссер Татьяна Котвицкая. Татьяна, доброе утро. Доброе утро. С наступающим Новым годом тоже. Актеры нам сегодня будут помогать. Актриса Екатерина Никонова. Екатерина, доброе утро. И актер кировской драмы Иван Шевелев. Иван, эй! Доброе утро. Доброе утро. Ну, давайте всех с наступающим-то поздравим Новым годом. С Новым годом! У нас соответствующая атмосфера здесь в студии. Ну, во-первых, у нас елочка такая небольшая присутствует на нашем столе. У нас здесь есть мандарины. Куча мандарин. Да, глядя на которые, прям заряжаешься такой новогодней, жаркой и очень теплой энергетикой. У нас, кроме того, подарки, которые мы сегодня будем дарить нашим слушателям. Все как обычно. Задаем вопросы. Вы звоните 211-101, отвечаете на них и получаете тот подарок из списка. Список ребята чуть позже озвучат, который вам больше всего по душе. Мы сегодня займемся чем? Мы сегодня будем читать удивительные истории. А почему я это все рассказываю? Я хочу уже режиссеру Татьяне Котвицкой уже передать слово. Чем мы сегодня займемся, чтобы погрузиться полностью в эту новогоднюю или рождественскую тематику, да, Татьяна? Мы сегодня будем вместе с ребятами и нашими замечательными артистами читать рождественскую сказку. Так, почему
Почему именно этим мы сегодня займемся? Предшествовало вашему появлению в нашей студии в это утро? Предшествовало то, что взрослым людям порой не хватает чудес и волшебства. И мы подумали, почему бы не совершить своими руками это чудо. И сделали такой необычный проект практически с середины декабря. Стали читать в галерее «Прогресс» сказки о рождественской еле. Угу. Первую сказку у нас прочитала как раз-таки актриса Екатерина Никонова. Эта сказка была «Мумитроли и Рождество». На сегодняшний день три сказки уже прочитаны. Я смотрю, по афише 21-го, 23-го и 28-го, да, в декабре были. Да. Остальные уже будут в новом году. 4-го, 7-го, 14-го и 18-го января. Вот. Мы собираемся дружными компаниями взрослых и детей у новогодней красивой елочки в галерее «Прогресса». Накрываемся пледами, садимся на подушки и слушаем наших замечательных актеров, их прекрасные голоса и необычные волшебные сказки. Возрастное ограничение мы должны сейчас произнести, да. Потому что мероприятия еще будут, и кто-то из наших слушателей, я уверен, заинтересуется, поэтому мы должны предупредить. У нас возрастного ограничения как такового нет, но желательно, конечно, чтобы это были ребятишки немного постарше, хотя бы после 4 лет. Потому что малышу 40-50 минут тяжело высидеть на руках у родителей. Малышу 40-50 лет. Да, есть и такие, кстати, которые малыши приходят 40-50 лет. Можно приходить с семьей, да? Да. Как взрослые, родители или бабушка, дедушка. Я вот сейчас как раз с Екатериной делилась мнением о том, как прошла последняя сказка у нас с Еленой Некрасовой, актрисой. Так вот, мы поняли такую же тенденцию, что приходят даже влюбленные парочки на свидание. Ага, назначают свидание именно в этот момент. Да. Ага. Ну, в общем... Очень романтично. Если следовать закону, то 6+, наверное, стоит обозначить. Возрастное ограничение. Да. Там, да. В официальном перечне возрастных ограничений именно 6+, больше всего подходит. Так, мы действительно сегодня будем читать. Распределили по ролям. И ребята, и Миша Литун, и Алина Синкина тоже будут участвовать в чтении. Волнуетесь немножко, нет? Нет. Вот, чтобы снять волнение, я думаю, что можно мандаринку немножко. Долечку хотя бы, Миш. Да? Ну, у нас сегодня свободная атмосфера, разрешается. Да? Миша еще конфеты принес, да? Миш, большое тебе спасибо. Вот если до конфет дело дойдет, то их можно обязательно тоже распробовать. Так, перед тем, как перейдем непосредственно к чтению, надо очень важный момент регламента соблюсти, озвучить, я имею в виду, призы, которые сегодня будут разыгрываться. Алина и Миша сейчас это сделают. Проглотили по дольке мандарина? Да. Проглотили? Ну все, давайте. Вперед. Внимание, ребята, что мы сегодня разыгрываем? У нас сегодня есть книги и приглашения. Книги – это энциклопедия лошади для читателей старше 6 лет. Энциклопедия индейца для ребят от 6 лет. Яков Перельман – головоломки и задачи для ребят любого возраста. Фрау Кушомен – приключения кота-детектива. Загадка сбежавшего с сейфом. Для читателей старше 12 лет. Михаил Самарский – радуга для друга. 12+. Сэр Стивен Стивенсон – Агата Мерси – «Бенгальская жемчужина» 6+. Приглашение. Так. Приглашение на двоих в кинотеатр «Дружба». Приглашение на двоих в кота-кафе «Зоки». Приглашение на двоих в батутный клуб «Level Up» на Сорикова 14. Приглашение на двоих в театр «Кукол» на спектакль «Щелкунчик. Сны» 4 января в 2:00 6+. В 14, в смысле, да? Угу. Угу. Ну, не ночью же. Так, и еще. Приглашение в легендарный цирк Юрия Никулина на три лица. Сходить до 13 января. Января, да, вот как раз сдержу пригласительный этот на цирк Юрия Никулина в руках. Да, действительно, на нем написано, что три человека могут на него, по нему попасть. Приглашение на волшебные сказки о рождественской еле. Угу. Это, собственно, вот тот проект, о котором мы уже немножко поговорили и который сейчас представим нашим слушателям. Давайте, ребят, договоримся, когда нам юные слушатели будут звонить и отвечать на ваши вопросы, а именно вы сегодня вопросы будете задавать, то мы их обязательно будем просить поздравить родных, близких, мам, пап, одноклассников с Новым годом, хорошо? Еще. И про волшебство тоже спросим. Там, случалось ли с ними что-нибудь такого интересного? Да. 211-101. А может, сразу вопрос-то и зададим, а потом непосредственно перейдем. А можно я задам? Да, пожалуйста, Алин, 211-101. С какого года в России стали отмечать Новый год с 1 января? С 1542, с 1700, с 1815, с 1918. Продолжай. Закидаем наших слушателей вариантами. Я правильный вариант услышал.
Да, он там был, 211-101. Да. Давайте разбираться, с какого года у нас именно 1 января отмечается Новый год. Ну, а если копать уж так вглубь веков, вы-то знаете, когда отмечался Новый год до, вот, до этой даты? Можешь, да, у меня можешь, даже объяснение. Да, можешь, Алина? Вот, да. Я помню, что с 1 сентября отмечался Новый год как в глубокую-глубокую старину. Ну, да, когда, когда урожай собирали. Не с 1, а с какого? С 1 января. Не-не-не, до этого, много-много веков назад, я имею в виду. А когда слушатели позвонят, я обязательно разъясню. Хорошо. Ну вот есть как раз слушатель. Давай, приветствуй. Привет. Привет. Как тебя зовут? Меня зовут Аня. Сколько тебе лет? Мне 8 лет. У тебя есть ответ на вопрос? Да, есть. Сходу или варианты повторить? Нет, давайте я сразу отвечу. Пожалуйста. Угу. 1700 года. Правильно, это правильный ответ. Ну, всем известно, что с эпохи Петра Первого мы отмечаем Новый год именно 1 января. Новый год в России стали отмечать 1 января, только с 1700 года. Угу. А, когда царствовал Петра, когда царствовал Петр Первый... Петр Алексеевич, да. Ну, до этого... Россия вела счет времени от создания мира. Если бы мы жили с вами в 1699 году, то для нас бы это был 7207 год от создания мира. 7207. Ого, да. Далековато. Да. Как-то сейчас удобнее 2019 наступает. Проще даже произносить. Угу. Так, давай спросим. Попросим, вернее, поздравить нашу слушательницу, а потом уже с подарком определимся. Угу. Можешь, пожалуйста, поздравить своих родителей или своих знакомых? Ну, кого ты хочешь? Можно я поздравить своих одноклассников? Да, конечно. Я поздравляю всех своих одноклассников из 2 А-класса. Отлично, принимается. А-класс? Я тоже А-класс. И я тоже А-класс. Ашки собрались, и я тоже А-класс. Значит, все участвуют. Татьяна как-то насупилась. Нет, не А. Она Б-шка. Я лично учился в классе, он один, один был. Параллелей не был. Тоже А. Тоже А получается, да. Какой ты приз выбираешь, скажи? Я бы хотела билеты в кинотеатр «Дружба». Без проблем, не клади, пожалуйста, трубку. Наш редактор с тобой сейчас пообщается и объяснит, где эти билеты забрать. Ну вот, начало розыгрыша наших призов положено. Теперь передаем слово нашим гостям. Вступительное будет еще слово или сразу перейдем к чтению? Я думаю, что мы сразу же перейдем к чтению, и Екатерина как раз-таки у нас прочитает некое такое вступление, чтобы было понятно, о чем это будет сказка и с какими персонажами. Екатерина Никонова, актриса, пожалуйста, одна из участниц проекта «Волшебные сказки в рождественской еле». Поехали. Джон Рональд Руэлл Толкин. Письма рождественского деда. Предисловие. Для детей Толкина рождественский дед был существом вполне реальным. Он не только приносил им подарки на Рождество, но и присылал каждый год письма с поздравлениями и рисунками. В этих письмах он описывал свой дом, своих друзей и те события, порой забавные, порой тревожные, которые происходили на Северном полюсе. Первое письмо пришло в 1920 году, когда Джону, старшему сыну профессора Толкина, было 3 года. С тех пор письма приходили каждое Рождество, свыше 20 лет подряд, пока не подросли остальные дети – Майкл, Кристофер и Присцилла. Иногда запорошенные снегом конверты с маркой Северного полюса находили в доме на утро после праздника. Иногда их приносил почтальон. А письма, которые дети сочиняли в ответ, словно сами собой исчезали с каминной полки. С течением времени хозяйство рождественского деда разрасталось. Поначалу в письмах упоминался лишь белый медведь. Затем появились снежные эльфы, рыжие гномы, снеговики, пещерные медведи и племянники белого медведя – Паксу и Валкатукка. Они однажды пришли в гости к дядюшке, да так и остались жить у деда. Белый медведь был главным советчиком рождественского деда и главным источником неприятностей. Это из-за него рождественский дед путал подарки. Порой белый медведь приписывал строчку-другую к письмам хозяина своим угловатым почерком. Какое-то время спустя рождественский дед взял в секретари эльфа по имени Илберет. В поздних письмах эльфам уделяется много места. Еще бы, ведь они помогали защищать дом и кладовую от нападений гоблинов.
К сожалению, в настоящем издании не удалось воспроизвести все письма рождественского деда. Зато вы найдете здесь алфавит гоблинов, срисованный белым медведем со стены в пещере, в которой он заблудился, и письмо, написанное на языке гоблинов. 1925 год. Дом рождественского деда. Северный полюс. Милый Джон, этот год выдался для меня не слишком удачным. Хлопот не оберешься, а припасы тают. Моя рука дрожит сильнее обычного, когда я пишу эти строки. У нас тут творятся жуткие вещи. Часть подарков пришла в негодность. Белый медведь отказывается мне помогать. Да еще перед самым Рождеством пришлось переезжать в новый дом. Вот откуда взялся мой новый адрес. А началось все с того, что в один ветреный ноябрьский денек ветер сорвал с моей головы колпак и забросил его на макушку шеста, который торчит на Северном полюсе. Как я его не отговаривал, белый медведь полез на шест. Разумеется, ничего хорошего из этой затеи не вышло. Шест переломился пополам, обломки рухнули на крышу моего дома и пробили в ней дырку. А белый медведь провалился в эту дырку и упал в гостиную своим колпаком на носу. Повалил снег, гостиную замело, очаг погас, вода залила погреб, в котором я хранил подарки. Вдобавок белый медведь ухитрился сломать себе лапу. Теперь-то он уже выздоровел. Но тогда я так на него рассердился, что он обиделся и заявил, что никогда больше не будет мне помогать. Надеюсь, к следующему Рождеству он подобреет и забудет о своей обиде. Я нарисовал, как все было. На второй картинке изображен мой новый дом. На ледяной глыбе прямо над Северным полюсом. В этой глыбе я построил новый погреб для подарков. Если Джон не разберет мой корявый почерк, ведь мне уже 1925 лет. Пускай попросит папу, когда Майкл научится читать и тоже будет сочинять письма ко мне. Это был вопрос. С любовью к вам обоим и к Кристоферу. Мне кажется, он немного похож на меня. Ваш рождественский дед. 1926 год. В этом году я пишу хуже обычного. А все из-за белого медведя. Сколько было грохоту. Какой он устроил фейерверк. Наверное, самый пышный на свете. Сейчас мои эльфы расскажут вам об этом. На Северном полюсе делалось темным-темно. Звезды спрыгнули с неба. Луна раскололась на 4/4. А человек с луны упал позади дома. Пришлось накормить беднягу шоколадом, чтобы он хоть немножко развеселился. Съев добрую половину шоколада, он забрался обратно на небо и принялся чинить луну и ставить на место звезды. Потом мы обнаружили, что олени сорвались с привязи и куда-то удрали вместе с санками, в которых лежали подарки. Мы гонялись за ними по всему полюсу, а они носились туда-сюда. Представьте себе, только утром я аккуратно сложил в сани все подарки. Там были шоколадки для всех ребятишек. И на тебе! Конечно, я все же поймал оленей и собрал подарки. Но сколько их поломалось! Надеюсь, ваши шоколадки не слишком пострадали. Видите, что устроил белый медведь и даже не подумал извиниться. Помните, из-за него в прошлом году мне пришлось переселиться в новый дом. Так вот, на сей раз он выкинул шутку похлеще. Рубильник, который включает северное сияние, находится в подвале старого дома. Белый медведь прекрасно знал, что ему строго-настрого запрещено трогать этот рубильник. Сам Санта включает северное сияние лишь по особым случаям, таким как Рождество. Ну вот, потом медведь оправдывался. Дескать, он думал, что питание не работает и так далее. В общем, утром после завтрака он возился в развалинах. Там у него склад личных припасов. И нажал на рубильник. В итоге на ближайший год-два
Северное сияние отменяется. Медведь сжег все ракеты и шутихи. Уверяю вас, вы никогда не видели и не слышали ничего подобного. Я попытался нарисовать, как было дело, но меня подвели дрожащие руки. И потом, разве можно нарисовать мерцающие огни? С любовью, рождественский дед. Слушайте, вот ощущение сказки такое, да? Прям погружаешься, прям мурашки даже немножко идут. Я напоминаю, что это детская программа «Открывашка», и мы читаем рождественские письма рождественского деда Джона Рональда Ройла Толкина. Я почему прервал? Я потому что знаю, что наши слушатели хотят тоже к нам присоединиться, и они хотят ответить на вопрос, который сейчас Миша озвучит. 211-101, внимание, уважаемые ребята, раз уж на носу Новый год, вопросы у нас связаны именно с этим праздником. Да. А вот сейчас мы проверим, как вы внимательно слушали нас. Так. По какому поводу включают рубильник, который находится в погребе? Угу. По какому поводу включают рубильник? Он располагается в погребе. Я надеюсь, вы там не заснули, ребята и взрослые? 211-101, мы ждем ваших звонков. У нас только лишь еще билеты в кинотеатр «Дружба» разыграны. А так у нас полный стол практически подарков. И книги, и пригласительные. Звоните смело, 211-101. Ждем. Ну что, ага, есть звонок. Давайте будем принимать. Раз Миша задавал вопрос, он и будет общаться с дозвонившимся. Привет. Здравствуйте, меня зовут Самойлова Полина. Сколько тебе лет? 10. А у тебя когда-нибудь происходило новогоднее чудо? Да. Расскажи. Мы сидели вместе в комнате, а вдруг появился в мешке подарок. Вдруг из ниоткуда появился мешок и подарок? Да. Боже, даже себе трудно это представить. Ну, волшебство, безусловно, как же иначе. Ну что, повторяешь вопрос, да, Миша? И ответ слушаем от Полины. Чтобы включить северное сияние. Во, сразу ответ. А для чего? Праздник Рождество. Все. Все, это нормально, да? Да. Такая праздничная подсветочка, да? Да. Северное сияние. Поздравляем, мы тебя с Новым годом, да, безусловно. Ты хочешь поздравить своих родных, папу, маму? Да. Да, пожалуйста, слушаем. Мама и папа, я вас поздравляю с Новым годом и желаю счастья. Ну и мы тебе тоже желаем всего хорошего, чтобы удача тебе сопутствовала всегда, и твои желания осуществлялись. Какое твое желание мы можем исполнить? Я имею в виду, какой подарок ты выбираешь? Батутный парк. Все? Отлично, да? Батутный парк, не клади, пожалуйста, трубку, мы передаем тебе нашему редактору. Итак, продолжаем. Далее. Письма рождественского деда. 1927 год. У нас на Северном полюсе такие холода, что белый медведь почти все время спит. И на это Рождество помощи от него было меньше обычного. Шест на полюсе такой холодный, что просто обжигает. Белый медведь потерся об него носом, и кожа прилипла. Вот почему на рисунке у медведя нос обмотан красной тряпкой. Правда, она сползла. Интересно, неужели ему не жалко собственного носа? Не знаю, не знаю. Впрочем, мой медведь из тех, кто вечно сует нос куда не следует. Например, в кладовую. С наступлением зимы на полюсе стало не только холодно, но и темно. Солнца мы не видели уже 3 месяца. Северное сияние тоже. Помните ужасное событие прошлого года? Никаких фейерверков до следующего года не ожидается. Так что сидим в темноте. Белый медведь попросил своего двоюродного брата и приятеля принести огня, а я залучил к нам комету, чтобы паковать подарки при ее свете. Но, как видно, по рисунку это мало чем помогло. К сожалению, прошлогодняя история белого медведя ничему не научила. Вчера он слепил в саду снеговика и столкнул беднягу с обрыва. Снеговик упал на мои сани,
и поломал множество вещей, да и сам разбился. Снегом, который от него остался, я раскрасил свой рисунок. 1928 год. Макушка мира. Северный полюс. 20 декабря. Четверг. Как по-вашему, что на сей раз вытворил мой злополучный Мишка? Нет, фейерверков он больше не устраивал, зато свалился с лестницы и пересчитал носом все ступеньки. Мы с ним вытаскивали из кладовой первую порцию подарков, он ухватил целую груду, часть держал в лапах, а часть взгромоздил себе на голову. Вдруг бум, бах! Тарарах! Стоны, громкие рычания. Я выбежал на площадку и увидел, что медведь лежит на полу, а по всей лестнице разбросаны пакеты и свертки. Мало того, что сам упал, он еще умудрился подавить некоторые подарки. Надеюсь, вам по случайности не попали такие. Я нарисовал картинку, на которой все видно. Пока я рисовал, белый медведь не переставал ворчать. Мол, вечно я над ним потешаюсь, и как-нибудь он тоже изобразит меня в глупом виде. Ну, во-первых, со мной такого не бывает. А во-вторых, не очень-то он умеет рисовать. Знаете, когда он кое-как поднялся с пола, то сразу выбежал за дверь, а я сидел на лесенке и хохотал. Убирать пришлось одному, потому что Мишка долго не возвращался. Теперь вы будете знать, как мой новый дом выглядит изнутри. Это большая зала с куполом. В ней мы складываем подарки, которые потом перетаскиваем в сани. Этот дом мы выстроили вдвоем с белым медведем, а крышу выложили голубой и лиловой черепицей. И ничего страшного, что крыша вышла кривоватой, да и стропила слегка косят. На стенах я нарисовал деревья, звезды, солнце и луну. С Рождеством вас, ваш рождественский дед. 1929 год. Наконец-то стало светло. Я очень рад. И фейерверк в этом году удался на славу. А еще мы зажгли костер, так захотелось белому медведю, чтобы отпраздновать наступление зимы. Фейерверком заведовали снежные эльфы. Они выпустили все ракеты разом, что сильно удивило нас с Мишкой. Я попытался нарисовать, как было дело, но у меня не получилось, ведь ракет были сотни. Эльфов на картинке не видно. Они сливаются со снегом. Костер растопил лед и разбудил большого тюленя, который мирно спал в море. Белый медведь истратил 20 тысяч бенгальских огней, израсходовал весь мой запас. Вот почему я в этом году не прислал вам огоньков. А потом отправился отдыхать в Северную Норвегию. Он там жил у лесоруба по имени Олаф. Вернулся с перевязанной лапой, как раз, когда надо было приниматься за упаковку подарков. Похоже, что в тех странах, за которыми я приглядываю детей, становится все больше и больше. Какое счастье, что часы в разных странах показывают разное время. Иначе я никогда бы не успел. Пускай даже под Рождество моих волшебных сил прибывает настолько, что я могу за минуту упаковать 1000 подарков. Если, конечно, заранее их подготовлю. Вы не представляете, как какие длинные у меня списки. Я редко путаюсь в них, но этого праздника жду с беспокойством. Если вы посмотрите на картинку, вам станет ясно, почему. На верхнем рисунке мы с белым медведем сидим в моем кабинете. Он зачитывает имена из списков, а я их записываю. У нас тут жуткий ветер. У вас такого не бывает. Разрывает в клочья облака. Воет, как стая демонов. Завалил мой дом снегом по самую крышу. В самый неподходящий момент белый медведь заявил, что ему душно. И прежде чем я успел вмешаться, распахнул окно. И вот результат. Правда, больше всего пострадал сам Мишка. Его завалило бумагами. А он еще и смеялся. Хорошо, идем. Время просто летит, а я все беспокоюсь за наших слушателей. 211-101. Давайте следующий вопрос зададим. Алина, твоя очередь, пожалуйста. Какой город объявлен географической родиной Деда Мороза?
прямо объявлен, угу. и обсуждению не подлежит. Угу. Угу. Это должны знать ребята? Конечно. Вот я, честно говоря, не знаю. Конечно. Должны знать? Да. Да. 211-101. Город-то на территории России находится? Да. Да. А, ну тогда все ясно. Я-то думал, я куда-то улетел в другие страны, а речь-то о стране нашей идет. Ясно, 211-101. Ждем вашего звонка. Давайте напомним, что у нас есть еще. Я имею в виду призы. Призы. У нас еще книжки. Слушайте, давайте, если можно, я быстро пробегусь, да, вы пока мандаринами можете лакомиться. Энциклопедия лошади 6+, энциклопедия индейцы 6+, головоломки и задачи для ребят любого возраста. Дальше, приключения кота-детектива, загадка сбежавшего сейфа 12+, Михаил Самарский, радуга для друга 12+, и Агата Мистери, бенгальская жемчужина 6+. Еще у нас есть приглашение на двоих в кота-кафе Зоки, приглашение на двоих в батутный клуб. А, нет, его забрали, да, по-моему, уже? Да. Батутный клуб забрали. Приглашение на двоих в театр кукол на спектакль «Щелкунчик сны». Это будет 4 декабря в 2 часа дня 6+. И приглашение в легендарный цирк Юрия Никулина на «Три лица». То есть гастролирует этот цирк в нашем Кировском государственном цирке. До 13 января вы можете попасть, если выиграете у нас вот этот пригласительный билет на 3 человека. Есть у нас звонок? Есть? Нет пока? Извините, я не расслышал. Вы сказали, смена есть. Дружба есть, да? А дружбу у нас забрали. Да. Вот самый первый дозвонившийся у нас как раз-таки этот приз и заполучил. Ну что, кто задавал вопрос? Алина, давай, да. Принимай. Звонок. Привет. Сейчас Алина такой. Привет. 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 Как тебя зовут? Данил. Ой, еще раз, там какая-то связь. Повтори. Данил. Данил? Да. Да, все. Ага. Сколько тебе лет? 6. У тебя есть ответ на вопрос? Можно? А ты повтори. Можно вопрос повторить? Повтори. Да. Какой город объявлен географической родиной российского Деда Мороза? Во. Гу. Туда можно съездить. Великий Устюг. Еще раз. Великий Устюг. Устюг, да. Это правильный ответ. Это правильный ответ, да. Там целая резиденция. Да. Там целые хоромы Деда Мороза. Прошлый можно... год мы как раз обсуждали. Вот. Туда можно съездить, прогуляться там, и поучаствовать. И он приезжает. Да, и он приезжает поучаствовать во всевозможных мероприятиях праздничных. Мы тебя поздравляем. И вот недавно я озвучил призы. Что тебе больше всего хочется получить? Есть билеты в цирк. Билеты в цирк, да. Есть, конечно, есть. Вот держу их в руках, они, конечно же, перейдут тебе, приходи за ними, с редактором договоритесь, когда непосредственно вы сможете их забрать, но перед этим ты можешь поздравить своих родителей, своих родных, может, братьев, сестер с Новым годом. Есть такое желание? Года. Самые два волшебных слова. С Новым годом. Мы тебя тоже поздравляем, да? Не клади, пожалуйста, трубку. Билеты твои. Осталось лишь выяснить, когда их можно забрать. Ну, а мы продолжаем. Да. Ребят, Миш, я, конечно, да. не хочу вас заставлять... Ты сейчас к кому обращаешься? К слушателям. Ага. Ребят, я не хочу вас, конечно, заставлять, но нас еще ни одной книжки не взяли. Непорядок. Непорядок. Каникулы-то длинные, 10 целых дней, да, и наверняка найдется хотя бы один денек, который можно посвятить чтению книжки, которую мы сегодня разыгрываем. А у меня как раз вот созрел книжный вопрос. А, следующий вопрос зададим, да? Давайте, хорошо. Дорогие слушатели, какие всемирно известные произведения Джона Толкина вы знаете? Хотя бы... Ну сколько? Хотя бы два известных. Хотя бы два. Да. Два самых известных. Хотя бы два. Хотя бы два. Вот я могу даже подсказать. Открываете вы известную всем электронную энциклопедию. Так, так. И там во первых строках, как говорится, это все прописано. Точно. Да? Да, это подсказка. Жирный намек такой. 211-101. Пока открывают, а мы продолжим. Да, да? Да. Давайте. 1930 год. Мы с эльфом очень обрадовались вашим письмам. Надеюсь, вам понравились подарки. Я попытался найти то, о чем вы просили, но в кладовых было не разобраться. Мой главный кладовщик, Белый Медведь, приболел, а я без него, как без рук. Еще в ноябре у него начался полярный кашель. Я запретил ему помогать мне с упаковкой подарков.
Ведь было бы просто ужасно, если бы кто-нибудь из детишек заразился полярным кашлем. Они бы дохали, как медведи. Ужас! Поэтому пришлось все делать самому. Конечно, белый медведь старался изо всех сил. Он починил мои сани, и пока я возился с подарками, присматривал за оленями. Вот тут-то и случилась очередная неприятность. В начале месяца у нас разразилась снежная буря. Снегу выпало целых 6 футов. А потом лег туман, такой густой, что не видно было низги. Бедный Мишка пошел в загон к оленям, заблудился и чуть не замерз. Я долго не замечал его отсутствия, но потом все же забеспокоился. Он еще не до конца оправился от полярного кашля, а когда замерз, подхватил жуткую простуду и встал с постели только 3 дня назад. Все пошло наперекосяк, и некому все это время было приглядывать за моими посланцами. Вы рады, что белому медведю стало лучше? В субботу мы устроили вечеринку со снеговичками. Это дети снеговиков, которые только и живут поблизости от нас. Это настоящие снеговики. Не те, которых лепят люди. Правда, мой снеговик самый старший из снеговиков. Порой вместо подписи рисует в письмах фигурку снеговика. И с медвежатами, племянниками белого медведя. Едва моему Мишке стало лучше, чаю он выпил совсем чуть-чуть. Но когда к столу подали большой пирог, Мишка отшвырнул одеяло и вскочил с постели. И больше в нее уже не ложился. На верхнем рисунке белый медведь рассказывает свою историю. Видите, все уже убрано. На маленьких картинках я разыскиваю Мишку в снегу. А он парит лапы в горячей воде с горчицей, чтобы хоть немного согреться. Правда, вода не слишком помогла. Он расчихался, да так, что погасил 5 свечей. Но теперь с ним все в порядке. И он снова принялся за свои фокусы. Ссорится со снеговиком, моим садовником. Сталкивает того с крыши его собственного дома. Кладет избалованным детям льдинки вместо подарков. Мысль неплохая, но ему следовало меня предупредить, ведь подарки лежали все вместе в теплой комнате. Лед растаял, и вода залила подарки хороших детей. Ну что ж, мои милые, я мог бы поведать еще многое, рассказать о зеленом братце, о моем отце, о дедушке-сочельнике, о том, почему нас обоих назвали Николасами, в честь святого, день которого 6 декабря, и который любил делать тайные подарки. Иногда даже подкидывал в окна беднякам кошельки с деньгами. Но мне нужно торопиться. Я и так опаздываю. Как бы ни получилось, что мое письмо придет к вам после Рождества. Ребята, ау, мы ждем вашего звонка. 211-101, Джон Рональд Руэлл Толкин. Всемирно известный английский писатель, поэт, переводчик, лингвист, филолог. Назовите 2 хотя бы всемирно известных произведения этого писателя. Дозвонитесь, пожалуйста, потому что времени остается на программу «Открывашка» совсем-совсем немного. А призов у нас еще достаточно, еще книжки не разыграны. Звоните. Ну, открывайте подсказку в интернете. Ну, это очень просто. Продолжаем. 1931 год. Вот мой самый свежий портрет. Я упаковываю подарки к Рождеству 1931 года. Если вы не получили всего, что заказывали, и если вообще подарков меньше обычного, вспомните, что на свете множество бедняков, которые голодают. Нам с зеленым братцем пришлось упаковывать одежду и еду для этих людей, а еще игрушки для детишек, чьи папы и мамы не могут ничего им подарить и даже как следует накормить. Алина, Алина. У нас немного потеплело. До Северного полюса, конечно, по-вашему, здесь по-прежнему холодно. Снега тоже мало. Белый медведь разленился и почти все время спит. Любое дело он делает медленно, вот только ест быстро. Он с охотой упаковывал продуктовые посылки и пробовал каждую. По его словам, определял, не испортились ли продукты. Но это еще цветочки. Я уже настолько привык к его выходкам, что Рождество без очередного Мишкиного фокуса как бы и не Рождество вовсе.
Вы ни за что не догадаетесь, чем он отличился на сей раз. Я отправила его в погреб. Мы называем его «Хлопушечная дыра». Там у меня 1000 коробок с хлопушками. Вы бы видели бесконечные ряды, крышки откинуты, чтобы были видны разноцветные хлопушки. Так вот, я попросил белого медведя принести 20 коробок, а сам занялся солдатиками и игрушечными животными. А он, лентяй этакий, поручил дело снеговичкам, хотя прекрасно знал, что им запрещено входить в погреб. Ну а на следующий год я приглашу их, правда, в другое время, чтобы не мешали паковать подарки. На прошлой неделе я спотыкался о них 1000 раз на дню. Вдобавок волкотука проглотил моток красной тесьмы, приняв его за пирожное. Тесьма у него в желудке размоталась, у бедняги начался сдавленный кашель. Он даже не мог спать по ночам. Впрочем, он получил по делам за то, что положил мне в постель ветку падуба. А еще именно он вчера вылил в очаг весь запас черных чернил, чтобы наступила ночь. Скажу вам, было очень темно и пахло мерзко. В прошлую среду мы потеряли Паксу, а нашли его только утром в четверг. Он спал в кухонном шкафу после того, как съел 2 сырых пудинга. Похоже, медвежата обещают вырасти точными копиями своего дядюшки. Всего хорошего, мои милые. Вскоре я отправлюсь в путь. Не верьте тем картинкам, на которых меня рисуют сидящим в автомобиле или в самолете. Я не умею водить ни то, ни другое. И не хочу учиться. И потом, это слишком медленные средства передвижения и слишком дымные. Мои олени, которых я вырастил, легко их обгоняют. В этом году все олени здоровы, и я надеюсь, что детишки получат свои подарки вовремя. Кстати, к Рождеству мне прислали несколько оленят из Лапландии. Екатерина Никонова, Иван Шевелев, актеры и ведущие открывашки Миша Литон, Алина Синкина. И за всем этим следит Татьяна Котвицкая, режиссер. Мы читаем письма рождественского деда Джона Рональда Руэлла Толкина. И вопрос был связан с теми двумя хотя бы минимум самыми известными произведениями данного английского писателя. У нас есть звонок 211-101. Миша, принимай. Привет. Привет. Как тебя зовут? Надя. Сколько тебе лет? 13. А у тебя случалось когда-нибудь рождественское чудо или новогоднее чудо? Да. Расскажи. Упала ёлка. Упала ёлка? Да. Ну, потом ее подняли на место? Подняли. Подняли, хорошо. А игрушки не разбились? Разве? Вот это чудо. Ну, если бьется, говорят, к счастью. Наверное, счастье потом, Надь, было, а? Ну, наверняка что-то случилось потом хорошее. Было дело? Помню. Давно было. 13 лет человек уже. Детские воспоминания. Хорошо, вопрос повторяем. Хотя бы 2, пожалуйста, назови самых известных произведений Толкина. «Властелин колец» и «Хоббит». Правильно! Да? Правильно, ура! Мы тебя поздравляем с Новым годом. Мы желаем тебе хорошего настроения. Да, желаем тебе хорошего настроения, исполнения твоих желаний. Ну и у тебя есть сейчас право выбора. Приз какой хочешь получить? А можно к редактору? Да, конечно, можно. Да, 211-101. Еще раз повторяем наш номер телефона. И, видимо, уже, я так думаю, последний вопрос мы сейчас сразу озвучим. Да. Давай, Алина озвучит вопрос, и потом продолжим. У нас потому что 5 минут остается, да, я смотрю на нашего звукорежиссера. Итак, вопрос. В какой стране у Деда Мороза такое забавное имя? Иллупуки. Иллупуки. Тогда можно я добавлю? Дедушка Иллупуки. Я добавлю к Алининому вопросу еще, можно? Только там без намеков на ответ, ладно? Это не намек. Хорошо, давай. И как это переводится? Ну, давай договоримся. Вот если скажут страну, то мы уже вручим, да? Хорошо. И будет неплохо, да. Если еще и перевод с этого языка на русский язык прозвучит.
Остается очень мало времени. 211-101, номер нашего телефона. Обидно мне как-то вот уже за книжки становится. Еще не выбрали ни одной книжки. Обидно. Что, уважаемые актеры, мы продолжаем. У нас остается совсем немало времени. Да, 5 минуток у нас остается. 5, даже 4. Последнее письмо. Последнее письмо? Это как у... Предпоследнее, давай. Предпоследнее. Я хочу предпоследнее. Ну, давайте предпоследнее. У нас тут свободная такая творческая атмосфера. Определились? Страшный год. Да, определились? 1938 год. Ой. Узнать хотите вы, наверное, живем мы хорошо или скверно. И не случилось ли чего на этот год под Рождество? Начну с медведя, пожалуй. Он славный, хоть и вредный малый. Увы, ему досталось крепко. Сперва он наступил на щепку. И весь ноябрь, ох и ах, проковылял на костылях. А в декабре и нос, и лапы обжег приятель косолапый. И под делом не лезь в очаг, покуда пламень не зачах. Ожоги маслом мы лечили, едва хватило нам бутыли. Поправился медведь и сразу по новой взялся за проказы. Нет, чтоб вести себя потише, взобрался как-то он на крышу. Решил прочистить дымоход, забитый снегом. Ну так вот, снег рухнул вниз, и мы постели сушили целую неделю. Еще медведь неугомонный конфет умял не меньше тонны. Посуду бил, топтал подарки, куда попало клеил марки, повырывал страниц из книг, мой шарф пустил на половик, но все же он мой лучший друг, и без него я как без рук. Не верите? Судите сами. Он помогал мне ладить сани, носил подарки, паковал, советы всякие давал и торопил меня в дорогу. Ну что за молодец, ей-богу. Я также передать вам рад поклон от белых медвежат. Я раньше их ругал, бывало, а ныне с ними проще стало. Нельзя об этом не сказать. Они взрослеют на глазах. О гоблинах не слышно что-то. Видать, отбили мы охоту у них на дом мой нападать. А коль заявятся опять, мы лиходеев и воров проучим. Так что будь здоров. Рождество. Приписка Илберетта. И вновь Рождество, и вновь круговерть, и вновь отличился белый медведь. Сейчас уже с ним все хорошо, а то он слопал орехов мешок, причем глотал их как есть в скорлупе. Наверное, был слегка не в себе. Откушал метку, подзаправился рыбой. Мы вместе его удержать не смогли бы. Отведал грудинки, попил молока, довольно похлопал себя по бокам, уплел на закуску сладкий пирог, на голову встал и занемог. Еще бы, кому о том не расскажи, не верит никто, что остался он жив. Все ерунда! Бильберда, и никогда мясо не ем, не ем совсем. Куда лучше джем и побольше конфет. И ты, Илберет, мал да удал, тощий нахал, привет. Не бойтесь, тут не пахнет ссорой. Все это только разговоры, а если проще, болтовня. Эй вы, смотрите у меня, других забот как будто мало. Нам свары лишь и не хватало. Ну что ж, письму пора в дорогу, доставит к вашему порогу его посланец мой особый. Он лихо скачет через сугробы и к вам поспеет точно в срок. Никто б иной посметь не смог. Здоровья, счастья, долгих лет! Пишите, любящий вас дед! Ура! Иван Шевелев, актер Кировского драматического театра в роли рождественского, да? В роли медведя. Да, в роли медведя и так далее и тому подобное, да. Спасибо за то, что подарили нам сегодня хотя бы частицу этой сказки новогодней. Екатерина Никонова, актриса, Татьяна Котвицкая, режиссер. Еще раз напоминаем, что уже в наступающем 2019 году с этими ребятами, в том числе, вы сможете встретиться в галерее «Прогресса».
на сказках. Милости просим, да, приходите. У рождественской ели. На сайте галереи, узнаю, размещен анонс. Еще, Татьяна, где мы? В социальных сетях еще? Да, у нас социальные сети активно развиты. Угу. И Facebook, и Одноклассники, угу. И ВКонтакте. Везде есть сообщество «Волшебные сказки у новогодней ели». 6+, напомню, возрастное ограничение. Ну что, выдадим ответ-то правильный, Алина? У нас так и не было звонка. Йоллупуки. Где же такой новогодний дед? В какой стране? В Финляндии. Миш, а как переводится? Дед-козел. Дед-козел? Дед, за что ж так деда? За что он в козлиную шкуру оборачивался. Ну, северная страна-то. Ну да, у них к козлам другое отношение. Не такое, как у нас. И слово, наверное, не обидное, да. Еще раз всех ребят с наступающим Новым годом. Теперь программа «Открывашка» уже в новом 2019 году встретится с вами. Это будет 6 января, в воскресенье, в 10 утра. Не проспите, присоединяйтесь. Будет куча подарков. Всем хорошего Нового года и счастья в Новом году. Чудесного Нового года. Спасибо. До свидания. С наступающим. До свидания. Детская познавательная программа «Открывашка».